Организаторами одной из самых душевных благотворительных акций осени в нашем регионе выступают волонтеры Мозырской районной организации «Красного креста». В течение месяца сотрудники, члены и волонтеры Белорусского «Красного креста» оказывают помощь в подготовке к зиме одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам войны, одиноким инвалидам пожилого возраста, а также больным, прикованным к постели и нуждающимся в постороннем уходе. Акция «Забота» предусматривает организацию сбора и передачи нуждающимся гражданам теплой одежды, средств личной гигиены и ухода, изделия медицинского назначения, продуктов питания. Главная цель проекта – оказание пожилым людям социальной, психологической и материальной поддержки.